Всем привет. Хотелось бы поговорить о том, что бесит в Poco X3. До этого у меня был телефон Mi 6. Я решил, что хорошая камера это намного лучше в телефоне, чем Google сервисы. И перешел на Nova 7. Как оказалось, это далеко не так. Оказалось, что все совсем наоборот. Что Xiaomi лучшие. И что в любом случае нужно было бы менять телефон на другой. В общем, остановился я на модели ХЗ. Почему ХЗ? Потому что так оно и вышло. Берешь... Вроде бы как Xiaomi, а там гугловская звонилка. И все бы ничего, но в гугловской звонилке есть, конечно, свои плюсы. У них хороший антиспам, но это не звонилка Xiaomi, к сожалению. И для того, чтобы на ХЗ установить положенную звонилку, календарь и контакты от Xiaomi, понадобится получить root-права. Вернее, разблокировать загрузчик, даже не root-права. Что сделать сейчас стало намного проще, но единственное, для разблокировки загрузчика вам придется подождать ровно неделю, как и мне. Так вот, я уже начал эту процедуру для того, чтобы перейти на индонезийскую прошивку. Чего мне не хватает в моем Xiaomi, это, естественно, гугловской звонилки. Не хватает ее записи. Она тоже записывает разговоры. Вот. Но делать это крайне неудобно. Поэтому я решил перейти на индонезийскую прошивку. Вот. Всю процедуру я снимать не буду. Потому что обзоров очень много, как переходить, как прошивать, как автоматически потом после перепрошивки заблокируется ваш загрузчик, и у вас появится хорошая возможность пользоваться MIUI-шной звонилкой, контактами и календарем, что немаловажно. Но в MIUI-шной звонилке, что мне нравилось, там есть одна особенность. И эта особенность заключается в том, что, во-первых, очень хорошо все записывается с линии. Ну а во-вторых, это то, что там есть такая функция, как отсекать все звонки, которых у вас нет в телефонной книге. То есть все левые люди вам не смогут дозвониться. И это, по-моему, замечательно, гениально. Но в первую очередь, это, конечно же, гугловская звонилка. Без которой, блин, как без рук. Не потому, что там хочешь записывать всех. В принципе, да. Потому, что хочешь записывать всех. Для того, чтобы можно было потом для себя переслушать. И для себя же сделать какие-то выводы. Где-то что-то не услышал, а потом взял, прослушал, вспомнил адрес, куда тебе нужно поехать, что тебе нужно забрать. Так что будем перепрошиваться. Я не знаю, как вы захотите подвергать свой аппарат такому риску превратиться в кирпич или нет. Но я считаю, что это стоит сделать, потому что с гугловской записью это просто жестяк. Да, пусть даже собеседник не слышит, что ты его записываешь, когда женщина говорит в линию. Возможно, он этого не слышит. Но, тем не менее, работает это все через раз и неадекватно. И это нужно каждый звонок включать запись только после того, как ты ответишь. А потом еще хранить это все
в недавних звонках, чтобы прослушать. В общем, короче, жесть нереальная. Всем, кто сталкивался, советую посмотреть видео под описанием. С него же скачать ссылки на полезные программулины и прошивку. И перепрошиться на Индонезию. Русские банки, украинские, там, казахстанские, меньше будут вам звонить, предлагать свои услуги. Меньше будет спама, так как вы будете на индонезийской прошивке. Ну и меньше головняков с тем, что вы что-то не услышали, что-то не запомнили. В общем, как-то так. Давайте переходить и тестить. А пока, всем пока. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзья. Следите за тем, что получится с моим Poco X3.